Сегодня мы поговорим о Стефани Коэн. Девушка известна во всем мире как одна из сильнейших пауэрлифтеров в истории. Родилась 28 марта 1992 года в Венесуэле, позже эмигрирует в США. Стефани является мировым рекордсменом по тяге APA. При своем весе в 55 килограммов и росте в 152,5 сантиметра она делает становую тягу с весом 227 килограммов. Только представьте, это в 4 раза больше ее собственного веса. Это то, чего никогда не достигала ни одна женщина до Стефани. Гордясь своими достижениями, но всегда стремясь к большему, спортсменка продолжает ставить рекорды и делать историю пауэрлифтинга. За ней несколько мировых рекордов. При этом Стефани остается очень красивой и милой девушкой. Плюс к этому она кандидат физиотерапевтических наук и имеет научную степень по спортивной медицине. Стефани Коэн признается, что тренер – тот человек, без которого нельзя представить подготовку к соревнованиям. При этом она также считает, что не менее важно учиться на собственных ошибках и опыте. Только так можно узнать, что лучше подходит для собственного тела. Стефани изменяет и адаптирует свои тренировочные процедуры по мере изменения цели. Это позволяет оставаться на вершине пауэрлифтинга. Тренировочный процесс Стефани Коэн поделен на три составляющих – силовая тренировка, функциональная и кардио. В силовую включены становая тяга, жим лежа, приседания, большие веса, мало повторений, длительный отдых между подходами. Стефан предпочитает заниматься с мужчинами, именно так тренировка идет на равных. Когда прогресс в силовой тренировке замедляется, спортсменка переключается на функционал, любимый вид – круговой тренинг. Мышцы получают смену нагрузки, ведь здесь за короткий срок успевает поработать все тело. Круговой тренинг требует большей выносливости, но с помощью него укрепляется сердце, а мускулы получают больше кислорода. После возвращения к силовым тренировкам прогресс становится ощутимым. Обязательно в каждую тренировку включаются кардиоупражнения. Они нужны для улучшения общего состояния организма и способности к восстановлению сил. Поддержание роста силовых показателей при сохранении здоровья и долголетия в спорте – важная составляющая для спортсменки. Она убеждена, что невозможно добиться прогресса, если тело нездорово. Таким образом, Стефани объединила все лучшие аспекты пауэрлифтинга, бодибилдинга и тяжелой атлетики, чтобы создать свой собственный стиль тренировок, который она называет гибридным. Девиз этого вида тренировок, как говорит Стефани, двигаться как тяжелоатлет, выглядеть как бодибилдер и быть сильным как пауэрлифтер. Говоря о питании, отметим, что взгляды Стефани на диету просты и эффективны. Она ест белковые продукты для восстановления мышц, много сложных углеводов, которые дают ей энергию для поднятия тяжестей, и некоторые полезные жиры для общего здоровья и гормонального баланса. Что касается питательных микроэлементов, Стефани получает все свои витамины и минералы из фруктов, овощей и минеральной воды. Если время от времени ее напряженный график не позволяет ей питаться так, как ей хотелось бы, в эти моменты Стефани будет выбирать поливитамины, капсулы с рыбьим жиром и другие добавки, которые будут покрывать ежедневные потребности в питательных веществах. Что мы можем узнать из Стефани Коэн, так это то, что вы никогда не должны устанавливать ограничения для себя. Стефани при невысоком росте и небольшом весе способна совершить подвиг, о котором большинство людей может только мечтать. Более 800 тысяч поклонников вдохновлены достижениями спортсменки. Ее пример показывает нам, что единственным ограничением будет то, которое вы устанавливаете сами для себя. Продолжайте мечтать и оставайтесь последовательными в своих поисках, какими бы они ни были. Таким образом можно достичь любой цели, которую вы себе представляете.